Всем приветик. Смотрите, я сейчас заехал на Литву. Нет, не Литва, это Латвия. Латвия, Рига, столица. Смотрите, я вот почему вот хочу снять, что я купил на 11,37 евро. Вот я сейчас зашел в Риме, вот, и купил, смотрите, сахар, два тостового хлеба, десяток яиц, сыр, огурец, две помидоры таких, ну это получается полкилограмма, масло, килограмм картошки, тут полкилограмма этого, лука, и вот такое мороженое купил еще эти овощи. И все это на 11 евро. И я что могу сказать, что мне вот этого, конечно, на неделю не хватит, это я докупил, потому что я с собой еще вез крупу и так всякого по мелочи. Но вот этого вот 11, в принципе, может хватить на неделю. То есть, если, как говорится, себя не убивать, не перетруждать, не падать ни на ком, ни на чем, да, то в принципе, ну пускай бы с тем, что я привез, было бы 12 евро. То есть, ребят, в принципе, Латвия прикольно по ценам, мне понравилось. Ну все, как бы, кто будет ехать, будет теперь знать, какие цены здесь. Все, всем пока.